Ну ладно, посмотрим, еще повоюем. Сдаваться пока не будем. Ручки опускать не будем раньше времени. Кстати, я мышку не взял с собой, поэтому на тачпаде буду играть. И партия, кажется, началась. Давайте попробуем, ребят. Идейка. Что-то, мне кажется, играли, да, мы с ней, с этой идейкой? Девчоночкой это играли. 100%. На себе, что делаешь? У меня нет идей, что она творит. Вот, съем. Ее идея – это раздача пешек. Мне, в принципе, идейка по душе ее. Эта идейка мне нравится. Защитим просто здесь. Твою мать, этот ход я зевнул. Блин, Джесс, я проиграл партию, что ли? Что-то выглядит как-то стрёмно это все. Если он бы 5 шаг зевнул. Но я как-то расслабился уже, что-то подумал, что девочка чудит. А девчоночек-то не промах может. Беспредел какой-то. Неужели я не могу поверить, что это заготовка такая была? Ну, если заготовка, то блестящая, что могу сказать. Молодец, талантливая. Талантливая девица, красавица, умница. Короче, с D500 мы сейчас выходим. Стремительно, я чувствую. Вылетаем просто. Прямой наводкой. Ну и F7 съест, наверное, надеюсь, хотя бы. Ну нет, не ест на F7. У меня, честно говоря, идеек нету, как так вышло, что это за хрень вообще происходит сейчас. Сыграю так пока. Ну что, у нас какие-то пара пешек есть компенсации? Ну, конечно, недостаточно. Еще, что самое страшное, тут я не понимаю, как мне раскрутиться. Давай сюда пока сыграем. Куда короля деть? Может быть, ладью на 7-ю надо поставить как-то? Я думаю, короля на F7, может быть, пристроить. Чтобы пешку защитить здесь. Ну, как-то так вот. Дальше слон Е7 хочу, ну и ладью развить. Может быть, накатить здесь, кстати, H5, H4 как-нибудь там. В этом есть определенная доля смысла. Окей, сюда пока. Ну, H6 сыграем, чтобы здесь не было конь G5 шаха. Как-то он меня напрягает чуть-чуть. На H4 G6 даже сыграю. А так сыграю G6, не боюсь я этого. Окей, сюда пока отойдем. Сейчас F5 будем ходить. Ой-ой. F5, ну, наступать будем. F5 и E4 было бы, кстати, здорово задвинуть. Может быть, ладья D7. Чуть аккуратнее. Ну, конечно, то, что она на F7 не съела, это довольно странно. Ну, пока защитим здесь пешку и слона. Здесь так. Погоняем ферзя этого. Может быть, b5 пойти даже. Правда, конь e4 неприятный ход. И конь d6 грозит. Ой-ой-ой, какой неприятный ход я допустил. Черт, что же я наделал-то? Пешку забирают у меня сейчас просто еще. Что самое обидное. Да, это я очень, очень зря сыграл так. Полная жесть. Ой-ой. Плохи дела. Да, что могу сказать. Плохи дела. Дела не очень хороши. Comes around.
Не понял? Нет, что? Чё, я выиграл? Сдался? Чё за прикол? Не понимаю, почему сдался? Тут, во-первых, ну, конь e5, конь f3 есть. Может, она подумала, что ферзь проходит. Но тут конь e5, конь f3. Сдаваться, конечно, не обязательно. Конь e5, король f6, конь f3, g4, допустим. Конь e1. Ну, пишет равенство комп, да, но... Равенство это не проигрыш. e5 тут как-то накатываю. e4, потом пешку df3, видимо. Ой, какая-то чудная партия. Если вы хотите лучше научиться играть в шахматы, то приглашаю вас на обучающую программу «Школа победителей», где за один год вы сможете добиться первого разряда. Посмотрите подробности о курсе. Реально лучшая программа на текущий момент. Структурно подается информация от начинающего до уровня первого разряда. Кроме этого, вы получаете доступ к закрытому клубу и много других привилегий. Переходите по ссылке в описании и залетайте в лучшую обучающую программу. Маликова. Госпожа Маликова хочет коготь бобра ощутить на себе. Госпожа Маликова, вы давно были на маникюре? Вот сейчас и проверим. Я как опытный маникюрщик сейчас скажу. Ноготочки надо подточить. Свожу Маликову, мы сейчас будем наказывать. За что я наказываю? Что она сделала плохого? А мне без разницы. Я здесь правила диктую. Хочу наказываю, хочу нет. Ну, g5 пока сыграем. Не уверен в качестве хода g5. Зачем я его вообще сделал, не пойму. Просто тут я не понимаю пока, как мне развивать фигуры. Вот это меня смутило. Слон c5, может быть, сыграть здесь. Ну, как бы по структуре вроде чернопольных мне выгодно разменять. Я поэтому пошел на такой размен. Вернемся ненадолго. Ну, здесь понятное дело, что может тоже разменяться. Конь h6, я думаю, ничего не дает. Конь e7 сыграем. Пешка на e4, хотел сказать, слаба. А почему слаба? Не, нормальная пешка. Кстати, поле d4 здесь слабо. Может быть, в потенциале. Вот сюда можно будет попытаться внедриться. Или опять сыграть сейчас. К пешке b4 прикопаться. Вот она тоже ведет на эти поля. Куда-нибудь там на f5 хочет. Можно конь b6 напасть на c4, но там не так уж сильно висит. Ладно, конь f8 сыграем, конь e6. На d4 хочу коня. Тут уже будем подрывать. Блин, газировка это. Пока сюда нападем на пешку. f3 ход более чем логичный. Давайте попробуем как-то творчески трактовать. Вроде конь на f5 без толку стоит, а я хочу коня на b6 напасть на эту пешку. Как-то поддавливать здесь. Хочу поддавливать. Пешка подвисает вроде уже. Есть вопросы по ее защите. Король c3 как-то неплотно. Там конь h4, шах будут. Всякие такие истории. Ну там король b3 вроде как держится. Из последних сил держится. Но опять же, выглядит это не шибко плотно. Может быть пешку d3 поставить мою. Так, съела. Конь c4. Наверное, не, просто так надо забрать и все. Ну, кстати, теперь вопросы будут по защите пешки. Мне кажется, более серьезные. Допустим, ладья b8 сыграем пока. Сейчас конь А4 хочу сыграть. Примерно так, шах дадим проверочный. Окей, здесь съели пешку. Грозит вилка на А3, кстати. Неприятная довольно-таки. Неприятная вилочка-то могла последовать. А думаю, можно так проверить. Для начала эту ладью, куда она уйдет. В случае ладья С3, ладья Б2 шах. Заслуживает внимания как минимум. Ну и что, тут все так посчитано, что ли? Не совсем понимаю. Все посчитано, да? Ха. Ну, выглядит, мягко скажем, подозрительно эта вся история. Ну, проще всего съесть коня, конечно, и потом съесть на А2, допустим. Ладно, съем коня, не буду долго думать. Дам шах здесь. Здесь сидим на А2, я думаю. С угрозой ладья А1. И вилка на А2 еще грозит. И вилка на Б2, кстати. Три вилки грозит. Ой, то есть... Ну, две вилки и пешку на g2 могу взять еще плюс ко всему. И ладья А1 еще шаг грозит. Мне кажется, уже не спастись, слишком много угроз. Не могу поверить, что это может быть... что это может как-то спасаться. Ну, хорошо, дадим шаг и съедим ладью.
Подключим вторую ладью на всякий случай. Ну тут конь d5, да, какой-то есть ресурс. Не думаю, что он что-то меняет особо. Ну пешку съесть может, да, окей. Окей, пожалуйста, на здоровье. Мы сидим здесь и пешку h поведем. Давайте доведем пешку до упора. Сюда. Ух, даже так. Ну окей, конь d3, начнем с шаха и поставим какой-нибудь мат. Кайф! Ну что, уже с такими темпами и к воображаемому байку мы можем подступиться. Тау! Это не байк был, да? Что-то другое. Ладно. Такой турецкий байк. Мопед, который взят в аренду.